Всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makivara.ru. В этом видеоподкасте я хочу поговорить вот о чем. О том, как быстро привыкает организм к высоким функциональным нагрузкам. Это тем более сейчас актуально, что наступило лето. Некоторые дни жаркие очень. Тренироваться, в общем-то, хочется на улице, в зале, потому что время проводить летом не камильфо совершенно. То есть есть какие-то тренировки, которые вне зала провести нельзя. Но все же абсолютное большинство времени нужно проводить на улице, я так считаю. Как врач и как человек, который постоянно тренируется на улице, я считаю, что тренировок на улице просто нельзя. Они необходимы и в плане прикладной техники, потому что все на самом деле случается всегда, как правило, на улице. Ну, не дай бог, конечно. Но вот, чтобы все было по-настоящему, надо все на улице делать. Вот. Наступает лето, да, будет жарко. И вот некоторые говорят, ой, как тяжело, вот прям сразу на улице стал тренироваться. Надо интенсивность тренировки сделать ниже, потому что стало жарко. Так вот, что я хочу сказать по этому поводу. На самом деле, интенсивность тренинга понижать, наверное, не стоит. С чем это связано? Почему я к такому пришел выводу? Раньше я интенсивность тренинга тоже, наверное, понижал летом. Я уже этого не помню, но мне кажется, что я именно так и делал. Потому что действительно жарко, и ты понимаешь, что вроде нагрузка-то из-за этого выше, частота сердечных сокращений выше, если заниматься тяжелее, и значит, соответственно, поэтому надо чуть-чуть себя пожалеть. Ну, может быть, несколько тренировок, первые 2-3. А почему я так считаю? Потому что я на регулярной основе стал ездить в Таиланд тренироваться. И вот когда приезжаешь туда, где действительно жарко и душно, как это там? Там постоянно температура градуса, температура воздуха со среднегодовая, 31-33 градуса. Но кроме того, все прочего, там очень влажно и душно. 31-33 это тень. На солнышке, так я не знаю, там может и до 50, наверное, согреться можно. Вот. И вот при этом, при всем, когда берешься на тренировки, либо в общей группе занимаешься, либо на персоналке, но когда тренер видит, что ты действительно стараешься, он тебя начинает немножко гнать, то есть интенсивно работать, ты, конечно, понимаешь, что так, какая для тренировок в Таиланде должна функционалка. И первые 2-3 дня умираешь буквально. Ну реально, очень тяжело. Самый первый раз, я помню, я чуть вообще дуба не дал. Тем более снимали передачу еще, и мне на камеру нужно было работать. А значит, оператору нужно было переснять, то одно, то другое. Я старался выложиться на полную. К концу тренировки, тренировка была час. Я чуть не умер прям реально. Конечно, жара, а у меня озноб, холодно мне. Ну, смотрите, что, конечно, пот, а у меня гусиная кожа, и у меня озноб бьет. То есть вообще дискоординации и механизмов теплорегуляции совершенно полные. И даже подташнивало. То есть просто чтобы было что-то с чем-то. Но потом привыкаешь. Конечно, когда потом стал уже ездить, уже такого не было. Все уже было проще надо. Вот последний раз, когда ездил, я тут, значит, адаптация у меня вообще прошла буквально за 2 дня. То есть первые 2 дня тренировки были тяжелые, хотя я с первого дня и кросс бегал, и тренировался вовсю, еще купался, там часа по 2 плавал. Купался и, соответственно, плавал. Плавал ты не 2 часа подряд. И все нормально вполне было. То есть вот оттарабанил я там этот дикий период и приехал сюда. И вот, значит, начинаем мы заниматься в зале. Тренировать я начинаю в зале. И ребята, которые без меня здесь занимались, у меня другой тренер, в зале просто погибают. Хотя температура в зале 26-27 градусов. Хотя работает и кондиционер, но так как народу много достаточно, то достаточно жарко. Больше наступило лето уже здесь вовсю. Стало тепло.
И, короче говоря, а я даже не ощущаю ничего. То есть для меня это нагрузка, не нагрузка. Да, я действительно потею. Но вот мы работаем час. Некоторые тренировки час, а спарринги один. Я даже не устаю совершенно. Пятый конец тренировки, просто руки в ноги. В ней ноги в руки. И зал выползает просто на четырех реально. Говорит, очень душно, надо немножко помедленнее заниматься. Я начинаю просто понимать, что если бы я остался здесь и занимался вместе с ними в период этот, то я, наверное, чувствовал бы себя примерно так же, как они. Но из-за того, что я очень высокую нагрузку давал там функционально, то есть и бегал в такую жару большую, и тренировки тяжелые проводил в такую жару, занимался вместе, еще снимал видеокурс, то есть тренировался целыми днями. Я нагнал там такую функционалку, как это произошло-то вообще за короткий период времени, буквально за пару недель всего лишь. Так что на самом деле все тренируется очень даже хорошо. И не надо интенсивность понижать, да, тренируясь на улице здесь, когда жарко. Надо ее сохранять точно такую же. Просто после тренировки восстанавливаться надо. То есть отдыхать надо нормально, меньше в интернете сидеть вечерами. А ложиться пораньше спать, книжку почитать хорошую и баиньки. И тогда будет и вставать хорошо, и высыпаться будет замечательно, и восстанавливаться полностью. Вот и все. И весь, собственно говоря, секрет. Просто восстановление, нормальное восстановление. И тренироваться может тяжело. И эта функционалка, она приобретается буквально там, за неделю можно ее добиться, а кто-то, кто хорошо тренируется, постоянно много, может ее добиться еще гораздо быстрее. Мы просто сами себя жалеем, то есть индульгенцией занимаемся. Себе выдаем индульгенции сами, оправдывая тем, что сейчас очень жарко, а зимой будет очень холодно, а осенью будет очень сыро, а весной будет очень грязно. И в итоге все время какие-то проблемы, да, с интенсивным тренингом на улице. Все фигня. Все выдерживает организм. Хорошую музыку, плеер в уши и вперед. Все будет замечательно. Удачи. Занимайтесь летом на улице как можно больше. И тяжело тренируйтесь. Не жалейте себя. Но и не забывайте восстанавливаться. Всего пока.